Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана. И в этот осенний день мы, конечно же, будем знакомиться с елочными игрушками. Но я хотела сдержать свое слово и порадовать мою подписчицу из Якутии Людмилу феерией осенних красок. Людочка, я обещала вам, что сделаю для вас еще один сюрприз. И вуаля! Для вас! Для вас, Люда с Якутии, и всех остальных моих зрителей, у кого нет возможности в их климате наслаждаться вот этими яркими, сочными, теплыми, нежными красками осени, это все, друзья, для вас. Вот это вот красота для вас. Балую, балую я вас. Ну, теперь давайте знакомиться с игрушками, которые я купила уже на подарки на Рождество. Игрушки будут современные, но вы не расстраивайтесь. Совсем скоро мы будем смотреть очень много винтажных игрушек. Открытки, годовики. Посылка уже в дороге. Прошла таможню и находится между небом и землей. Ждет, вот когда ее уже загрузят в поезд, и она уедет с Украины в Польшу. И тогда, ой-ой-ой, будем смотреть много. А сегодня вот такая вот игрушка. Вот такой котик. Купила я этого кота для своих детей. Они у меня кошатники. У них две кошечки. Мальчик. И, друзья, тоже мальчик. Помните служебный роман? Двое детей. Мальчик и тоже мальчик. Вначале рассмотрим вот этого вот мальчика. Все тут не случайно. Рыженький цвет, потому что один кот, его зовут Дизель. И это мальчик, сибирский, рыжий, пушистый кот. Смотрите, свободная выдувка, а усы, представляете? А как они приклеены, посмотрите, какое мастерство, носик сердечком, ой, красота! Вот это вот Дизель на прищепке, вот с таким вот хвостом, минималистическая форма, ничего лишнего. А какой сказочный образ! И второй их кот породы манкут, огромный такой черный кот. Изначально это должна была быть кошечка Юлька, но потом оказалось, что Юлька превратилась в Юлека. Юлька девочка, а Юлек мальчик. Теперь он у них Юлек, потому что оказалось, что это мальчик. Вот такой вот красавец, огромный, черный манкут. Манкут, манкут, правильно произношу? Вот с такими вот бровями, вот с такими вот ушами. Посмотрите, они же разные. Вот роспись ушей разная. Вот здесь вот лобик разный, глазки разные. Все у них, носик разный. Дети, конечно, я уверена, будут в восторге. В прошлом году им подарила, помните, вот кошечки у них как-то вот так вот, хвостики вот такое в сердечко складывались. Кто не смотрел, посмотрите. Так вот, те прошлогодние кошки затмили просто все-все-все остальные подарки. Как они радовались этим елочным игрушкам, вы не можете себе даже представить. Вот такой подарок мои дети получат на Рождество. А как можно себя? А что здесь прицепилось? Что-то осеннее. Что-то осеннее здесь, смотрите. Ладно, я потом это уберу. Ну и, конечно же, не смогла не порадовать себя, покупая эти игрушки. Скажу вам так, покупала их в каком-то истерическом настроении. Буквально 3 дня назад. Испугалась, что все эта красота может очень быстро исчезнуть из ассортимента. Ждать не стала и тут же их приобрела. Не удержалась
И себя порадовала. А вот чем. Вот таким, друзья, вот лебедем. Тоже игрушка свободной выдувки. Все реже и реже. Мы можем покупать игрушки свободной выдувки. В основном они формированы. И опять, как они обыграли вот форму фонарика. Красота. Я показывала, что это было. Павлин, да, кажется. Там фонарик, но совершенно по-другому исполненная игрушка. Здесь это целостная. Все. Одна свободная выдувка. Глаза какие. Жду не дождусь посылку. Очень долго я ее ждала, очень долго ее собирали. Она будет не такая огромная, как все мои предыдущие посылки. Но поверьте мне, там будет много-много раритетов. Есть такой у них еще в предложении и черный лебедь. Обязательно нужно будет его еще докупить. А вот лебеди, который сделала для меня Ягода, она отправит буквально в понедельник, самое позднее во вторник. Поэтому в ожидании посылки с Украины с винтажными елочными игрушками мы еще, друзья, с вами успеем посмотреть и игрушки от Ягоды. Ай, какая красота! Так вот, представьте себе, на польском сайте этот лебедь мне обошелся в 14 евро. А на Etsy этот же лебедь продается за 39, друзья, евро. Есть разница в цене? Колоссальная. Я счастливчик. Я просто счастливый человек, потому что я живу в Польше, и у меня есть возможность приобретать эти игрушки чуть-чуть дешевле. Вот такой, такой божественной красотой, яркими красками осени и вот этими вот чудными игрушками свободной выдувки я хотела сегодня с вами, друзья, поделиться в этом коротком видео. Мне кажется, подарочек я себе сделала просто роскошный. Ну и дети будут обязательно в восторге. Еще раз. Осень. Золотая, европейская осень. Все, друзья, пока-пока, до новых встреч!